Сегодня мы с вами познакомимся с таунхаузом, который находится в районе Ричмонд-Хилл на улице Young Jefferson Forest Drive. Это end-unit таунхаус, один кар-гараж, и у него впереди две парковки, просторная порч и двойные двери. Сразу же вы видите, здесь есть шкаф для одежды, туалет для гостей. Очень удобный лейаут. Деревянные полы на всех этажах, шкаф и, что важно, выход из гаража в дом. То есть, если будет удобно вам зимой заносить свои вещи. Вот вид у нас в целом, как выглядит площадь на первом этаже. Сейчас мы двинемся вперед и посмотрим, а я покажу вам. Это breakfast area. И здесь вот Juliet Balcony, с которого вы можете любоваться видом на backyard. Кухня, extended upper kitchen cabinets, 4 полки внутри, stainless steel appliances, то есть холодильник, плита. Вот слева вы видите pantry, такой шкаф для продуктов сухих. Double sink. Это мы поднялись на второй этаж, и я показываю вам сейчас основную bedroom, основную спальню. В этой спальне есть клозет, мы называем его walk-in closet. Здесь есть ванна на 4 pieces. Это вторая спальня, в ней тоже есть клозет. Между ними находится лондри, постирочная комната, то есть она на втором этаже, это очень удобно. Далее еще одна washroom. 4 pieces washroom. Это у нас третья bedroom, очень просторная. И вот это уже четвертая bedroom на втором этаже, и в ней есть walk-in closet, то есть клозет, в который можно будет зайти, он глубокий. Driveway, на котором можно поставить две машины. Вот такой второй этаж. Вид со второго этажа на backyard. Хороший бакьярд сам по себе, и уже стоит забор. Вот соседи поставили шед, что тоже разрешается. Сейчас мы спускаемся в basement. Basement walk-out, то есть он на уровне земли. Здесь есть gas fireplace, камин. Здесь basement уже закончен, отстроен. Ламинированные полы, кухня. В этой кухне есть уже все для того, чтобы вы поставили туда appliances, и здесь можно поставить холодильник, какую-то небольшую плитку. Здесь есть также ванна полная и спальня в бейсменте. И вот этот вот довольно-таки глубокий шкаф. Еще раз вид на кухню. И замечательный walk-out basement, который может отдельно быть как отдельный апартамент.